Брати і сестри, ми будемо продовжувати це святкування з приводу цього великого свята, яке ми сьогодні вже зранку так багато чули про нього, про це, про цю обітницю, яку Ісус Христос в своєму слові, звертаючись до своїх учнів, сказав, що ви приймете цю силу, коли прийде на вас Дух Святий, зійде, і ви будете моїми свідками, починаючи від Єрусалима, Іудеї, Самарії і до кінця землі. І сьогодні, брати і сестри, ми навіть співали колись на Україні пісню таку: «Сіли, облегшись, герої Христові, в мир сей пошлі, щоби душі спасати». І дивлячись, брати і сестри, в дії апостолів, ми бачимо, як, будучи сповнені силою Духа Святого, перші апостоли, послідовники Ісуса Христа, зодягнувшись цю силу, звершали і підтверджували це чудесами і знаменнями. Брати і сестри, це не тільки тоді було, це і сьогодні є. І ми сьогодні, по милості Господні, маємо це служіння і будемо радіти в цьому прославляти нашого Господа, щоб Він і нас наповнив силою Христовою. Я не раз задаюся питанням в своєму житті і не раз говорив, навіть проповідь таку, і браття часто нагадують ці дні про те, як свого часу ангел з'явився до Гедіона. А Гедіон задавав це питання і каже: де ті чудеса, де ті знамена, про що розказували нам наші батьки? Брати і сестри, ми часто переконуємо, ми часто утверждаємо, але, на жаль, часто не вистачає в нас віри. Свого часу учні звертались до Ісуса Христа і говорили: Господи, умнож у нас віру. І тому, брати і сестри, будемо нуждатися в нашому Господі Ісусі Христі, аби Він нас благословив і в цьому служінні, яким, як я сказав, по милості Господні в цей вечір маємо, продовжуючи святкувати це свято. І Давид в 96-му псалмі говорить такі слова: «Співайте Господеві, благословляйте ім'я Його, проголошуйте щоденно спасіння Його, проголошуйте Його славу між народами, Його чудесами з людьми, бо великий Господь і вельми достойний хвали, страшний над усіма богами, бо всі боги – народи ідоли, а Господь небеса сотворив». Ось перед таким Господом ми сьогодні зібрані, і, дорогі мої, вставши, ми попросимо благословіння, щоб Він нас благословив на це служіння. Помолимось. Слава тобі, наш Господь, слава тобі, наш Спаситель, слава тобі, наш Відкупитель. Нехай ім'я Твоє буде благословенне і прославлене. Ми дякуємо Тобі за цей чудовий день, дарований Тобою, Господь, який Ти подарив в житті нашому, Ісус Христос. Слава Тобі, що ми, Господь, не є сиротами. Ти так сказав, що я не залишу вас сиротами, я прийду до вас, я пошлю другого утішителя, Духа істини, який прибуде у вас, з вами буде і наставить на всяку істину. І сьогодні ми так багато чули наставлення з Твого святого слова, нагадування про те, Господь, про цю силу, яка так необхідна для нас. Господь, це слово Твоє святе, яке Ти оставив для нас, і Дух Святий, який нас веде в землю правди, Господь, відкриває тайни Твої божественної любові. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти любиш нас. Ми прославляємо і величаємо Тебе, бо Ти один достойний слави. Нехай ім'я Твоє прославиться в цей вечір і в цьому служінні серед народу Твого. Господі, слава Тобі! Наповняй благодаттю сили Духа Святого кожне серце, щоб ми утішалися. Благословенне Твоє ім'я, Господь, Твому народі, в церкві Твоїй, яку Ти збудував, і про неї сказав, що ворота пекельні не здоліють її. І сьогодні ця церква, піднявши знамено любові, крокує в країну щастя і спокою, нового неба, нової землі, де вже буде правда. Але поки ще ми на землі, ми сьогодні, Господь, радіємо в тому, що Ти не залишив нас сиротами. Ми сьогодні так багато чули, ми можемо представляти, уявляти долю сироти, але Ти нас не залишив. Господи Ісус, ми дякуємо за цю обітницю, яку Ти послав на першу апостольську церкву, вилив оцю благодать Святого Духа, цю силу. Господи, тому-то ми щиро дякуємо, що Ти і в нас, Господь, свого часу вилив цю благодать, наповнив нас благодаттю Святого Духа. Це служіння, Господи, яке ми маємо по милості Твоїй, вже другий раз в цьому часі, цього дня недільного просимо благословіння.
Благослови це служіння, благослови всіх учасників в цьому служінні. Прибудь з нами. Нехай помазання від Святого Духа буде на народі Твому, а імені Твому і Святому хай буде слава по віки. Амінь. Перед початком нашого богослуження будемо співати молитвний псалом. О Дух Святой, Тебя умоляємо. Слава нашему Господу, братья и сестры! Бог благословляет нас, дает нам возможность быть в служении, слышать Его Слово, молиться к Нему, и мы будем просить Божьего благословения, будем искать Его лица, будем просить Его, чтобы Он нас благословил Своим Духом Святым. Я прочитаю два места из Священного Писания и коротко порассуждаем над этим Словом Божьим и будем молиться. Я знаю, у нас есть братья, есть гости, и будут участвовать наши братья в Слове тоже. Пусть Бог благословит нас. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Второе место читаю из послания к Ефесянам, 1 глава. С 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его».
Я знаю, когда мы читаем это место из послания к Ефесянам, оно сложное для понимания. Нужно сконцентрироваться на этом слове, нужно попытаться вложить в свое сердце, в свое разумение, чтобы понять, что же говорится в этих стихах. Но в них заключена большая истина, глубокая истина. И я бы хотел, братья и сестры, сказать нам о том, что в этих стихах апостол Павел говорит к Ефесянам, что он молится о них, молится за Ефесскую церковь, молится за тех христиан, за верующих людей. И перед этим он говорит, что эта церковь или эти люди, они глубокие верующие, они познали Иисуса Христа, они знают Его сердцем своим, они познали Его, и они получили обетованный Дух Святой. Он живет в их сердце. И вместе с тем апостол Павел говорит: «Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения, чтобы открыл ваши глаза, глаза вашего сердца, чтобы вы могли что-то понять». И он говорит: «Я об этом молюсь». Я задавался вопросом: «Боже, это верующие люди, они познали Христа. Кажется, Он живет в их сердце, и все нормально». И вместе с тем апостол Павел, я, говорит, молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости и открыл глаза вашего сердца, чтобы вы что-то увидели. И я, знаете, прихожу к такому же выводу, как многие иногда братья говорят в своих проповедях, да и мы сами понимаем, что мы с вами, люди верующие, мы познали Христа Иисуса, и мы ходим нашими путями, но вместе с тем приходит момент, когда что-то уходит из нашего взора, духовного взора. Мы перестаем видеть, перестаем чувствовать, перестаем переживать что-то особенное, которое есть внутри нас. И это действие Духа Святого. Мы как бы забываем, что оно есть, что оно уже дано для нас, что Он исполнил нас Святого Духа, и мы имеем благословение Божье. Но почему-то человек, способный забывать об этом, как-то оно затуманивается внутри сердца нашего, и мы перестаем видеть. И апостол Павел говорит: «Я молюсь, чтобы Он просветил глаза сердца вашего, просветил глаза сердца вашего, чтобы вы познали, чтобы вы увидели». И он говорит о том, чтобы увидели надежду призвания Его, говорит, чтобы увидели богатство славного наследия Его для святых. Он говорит о том, что многие верующие забывают, что Бог предназначил для нас величайшее богатство на небесах, наследие. И об этом говорится в нескольких местах в Новом Завете, что Бог приготовил наследство для нас, верующих, и оно величайшее и преславное, которому нет равных на земле. И человек, не имея откровения, не может поверить в это. Он не может чувствовать это сердцем своим. Только тогда, когда Дух Святой работает в его сердце, он знает, он чувствует, что у меня есть там наследство, и я двигаюсь по дороге, и если я буду служить Богу, Бог обещает мне дать это наследство. Он благословит меня. А мы иногда забываем это. Смотрим чисто на земные вещи. Как часто бывает, проповедники говорят, беседуют с человеком, который умирает, и спрашивают: «А ты веришь, ты идешь в небеса?» Он говорит: «А кто его знает? Где откровение, где познание того, что Бог приготовил наследие?» Сам человек не способен это разуметь, понять и принять в свое сердце. Бог должен открыть и просветить глаза сердца нашего. Тогда я знаю своим сердцем, что там приготовлены для меня место, и я буду рядом с Иисусом, и буду радоваться с Ним, и буду вечно с Ним, и Он приготовил наследство для меня. Нужно, чтобы Бог открыл нам в сердце нашем. И вы знаете, вот это, 19 стих, на этом я больше хотел бы остановиться. Он говорит о том, что он молился о том, чтобы Бог открыл нам
то, как безмерно величие могущества Его. Где? В нас. Безмерно, то есть нету границ, нету меры. Безмерно величие могущества Его в нас. Внутри меня, внутри каждого из нас. Если мы приняли Духа Святого, если мы приняли Иисуса Христа, могущество, сила Его пребывает в нас. И оно производит свою работу, но очень часто человек способен забывать, что у него есть эта сила, определенная, данная Богом. Она живет внутри нас. Мы прочитали там, что вы примете силу и будете мне свидетелями. И эта сила, она сходит на нас, когда мы крестимся в Духе Святом, когда мы живем в Духе Святом. Она есть в нас, но очень часто мы забываем это. Знаете, это иногда похоже как на какого-то огромного человека, огромного роста и силы. И вдруг какой-то маленький мальчик его ведет за веревочку, и он послушно двигается к нему и не может воспротивиться ему. Хотя обладает огромнейшей силой. Вот похоже иногда христианин, который имеет Духа Святого, имеет Бога в сердце своем, он как бы связанный, он бессильный, и все время только ропщет, жалуется, недовольничает, и кто-то его ведет. В то время как он обладает той силой, которая вошла в него через Дух Святой. И мы, братья и сестры, важно, чтобы Господь открыл нам это, чтобы мы понимали это, чтобы Дух Святой дал нам это разумение, и мы могли действительно проявлять это, пользоваться тем, что Господь дает для нас, чтобы в нашем сердце возгорелась та вера в ту силу Божью, которая живет внутри нас, чтобы вера у нас была, и мы могли пользоваться этим. Вы знаете, мы не так давно были в Мексике, и я смотрел, как наши молодые люди поют песни, как они рассказывают свои свидетельства, и многие из них не хотели рассказывать, они боялись, они говорили, мы никогда не участвовали, мы не знаем, как говорить, я боюсь, у меня язык будет заплетаться, но мы их заставляли и говорили, слушайте, вы должны, вы попробуйте. И даже такие, которые никогда, может быть, здесь не будут на сцене, за кафедрой, они говорили свидетельства. И эти свидетельства, и это пение, оно производило свою работу, и люди приходили к Господу. Мы приехали в одно село, в котором на собрание приходило 10 человек, 7 человек, в самый лучший случай 12 человек. И в этом собрании, где здание такое, наполовину есть крыша, наполовину нет, и там, где сцена, мы стояли, пели, нету крыши. Но мы радовались тому, что пришло много людей. Около 60 людей было на том собрании. И покаялись люди. Я не говорю, что их там было много, но я посчитал, их было 4 человека. И когда мы потом встретились с теми людьми, миссионерами, которые ездят туда, в то село, чтобы проводить служение, они спрашивают, какое было служение, мы там не были, мы не могли там быть. Я говорю, показываю фотографии, вот эта женщина покаялась, вот эта семья покаялась, вот эта женщина покаялась с ребенком. И она говорит, вау, мы их видели в городе, но никогда не видели служение. Мы не знали, что они пришли туда, и они отдали свое сердце для Бога. И это было искренне, мы видели слезы на их глазах. Они стояли долго, плакали, сокрушались. Мы немножко беседовали с ними. И я говорю в сердце своем, слава тебе, Господь, что ты немощное наше можешь использовать для того, чтобы побудить кого-то, и он может прийти ко Христу. Ты дал нам ту силу, чтобы мы ею пользовались. Да, может быть, мы ничего не почувствуем, но говоря про это, действуя таким образом, Бог через это начинает делать свою работу. И эта сила, она живет внутри нас. Но если я молчу, если я ничего не говорю, если я действительно не свидетельствую, то сила внутри нас закрыта. И я, как тот великан, связанный по рукам и ногам, не могу ничего сделать. Приходят различные трудности и переживания, когда Господь что-то хочет от нас, и мы
не ищем ответа внутри. Мы не ищем у Бога. Господь, покажи, открой, ведь Ты дал Свой Дух Святой. Мы лишь смотрим по-земному, по-человечески. Пытаемся решить многие вопросы по-человечески. Я и себе тоже ставлю это в обвинение. Много раз бывало такие моменты, я замечал это. Пытаешься что-то сделать, пытаешься решить все это, потому что какой-то опыт есть, знание, и ты делаешь, пытаешься, и не получается ничего. И вдруг в этот момент вспоминаешь, ведь я ж христианин, надо ж помолиться. И я просто в сердце своем говорю: Боже, помоги, ответь мне на эту нужду. И вдруг раз, и все решается. Как просто, как легко, а я бился над этой нуждою столько времени и употреблял свои силы, не получалось, а помолился, обратился к Богу, и все решилось. Почему? Да потому что Его сила внутри нас живет, и мы ей не пользуемся, мы не обращаемся к нашему Богу, а надо это делать. Нельзя жить по-человечески, по-земному, нужно искать Божьей силы, Божьего благословения. Мы были недавно в индейской резервации, и тот пастор и его жена рассказывали свидетельства немножко про себя, как они жили. И вы знаете, я слушал внимательно, как они рассказывали свое свидетельство. Пастору было открыто, что они, когда еще были совсем молодыми, когда они только поженились, чтобы они уехали с резервации и поселились в другом городе, чтобы там он мог учиться. И он говорит: я принял для себя это откровение от Бога, я захотел это сделать, и я пошел, но моя жена не хотела ехать. У нее не было такого желания. И тогда Господь посылает ей сновидение. И в своем сновидении она видит место, она видит, ну, те как бы улицы, ту эрию, которую она видит в том сне. И когда она уже все же соглашается с ним ехать, только потому, что он хочет, и она едет туда, и вдруг она видит то самое место, которое она видела в своем сновидении. И ее сердце расположилась полностью. Она увидела, что в этом есть воля Божья, что в этом есть действительно направление Господа, которое Бог дает для нее, чтобы она там жила. Она много еще потом рассказывала других моментов. Но я думаю, действительно, как часто мы боимся чего-то, как часто мы по-человечески смотрим на вещи. И я уверен, что многим из нас Бог когда-то говорил что-либо делать, или на что-то обратить внимание, или куда-то обратиться, а мы не захотели. Может быть, Бог нас побуждал молиться в ночи, а мы молчали или просто спали. Бог нас побуждал подойти кому-то рассказать что-то про Иисуса Христа, засвидетельствовать, а мы молчали. Мы храним ту силу внутри нас, она пребывает там, но мы не пользуемся ею. Бог желает, чтобы мы пользовались той силою, чтобы нам Бог дал откровение увидеть это. Ибо Дух Святой – это сила, и она дана для нас, но дана не для того, чтобы просто мы ее положили там, а для того, чтобы пользоваться. И я думаю, что, братья и сестры, можно было бы много говорить, каким образом мы могли бы пользоваться этим. И даже тот самый момент, про который мы говорим, и будете мне свидетелями, как мы свидетельствуем сегодня об Иисусе, делаем ли мы это? Самое простое, на работе у себя, среди близких людей, может быть, те, которые, ну, может быть, даже и верующие, но где-то отступили, и мы боимся сказать им: вы будете мне свидетелями, потому что вы примете силу. А если мы не хотим быть свидетелями, то та сила не будет действовать. Она будет мертва, она будет в стороне, она будет бездейственна, потому что Бог не дает силу просто так. Он дает для того, чтобы мы пользовались ею. Братья и сестры, я хотел обратиться к каждому из нас. Мы сегодня в большом количестве приходим в служение. Каждый из нас считает себя глубоко верующим человеком. Мы верим в Христа, и это так, истина. Но я бы хотел призвать нас к тому, чтобы та сила, которую Бог дает нам, чтобы она была употребляема в жизни нашей. Пусть Бог благословит нас, пусть Бог поможет нам употреблять это и действовать в соответствии с волей Божьей. Да благословит нас Господь. Помолимся. Аминь.
Аллилуйя тебе, Господь, аллилуйя тебе, Иисус, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, Господь, слава тебе, Иисус, слава тебе, Господь, что, Боже, ты обещал, что придет Дух Святой на эту землю, и Он пришел в день Пятидесятницы, и мы, Боже, празднуем этот день, и мы говорим и свидетельствуем о том, что мы пережили это, Иисус, и мы имеем это в сердце своем. Ты живешь внутри нас своим Духом Святым, и Твоя сила Святого Духа также пребывает внутри нас. Но мы, Господь, очень часто забываем об этом. Мы, Боже, даже не пытаемся возгревать тот дар, который Ты дал для нас. Боже, очень часто не молимся, может быть, не молимся на языках, Господь, чтобы восславить Твое имя, вознести Тебе хвалу и славу, чтобы воздать Тебе честь и благодарение, Боже, и на языках сделать это, Иисус. Господи, помоги нам, Боже, чтобы мы возгревали этот дар, что Ты даешь для нас, Иисус. Боже, помоги нам, Иисус, нести Твое Слово, чтобы та сила, которую Ты даешь для нас, Боже, была употребляема во славу Твою. Господь, благослови нас, Иисус. Благослови нас и помоги нам, Боже, Боже милосердный, так часто мы забываем, Боже, что Ты дал для нас через все эти обетования, через Твое Слово, Боже, мы понимаем, что Ты есть внутри нас, и сила Твоя в нас, но мы, Господь, не пользуемся этим. Помоги, Боже, нам, направь наше сердце, открой нам, Господь, наши глаза, Боже, просвети наши глаза, чтобы мы увидели, Боже, то великое могущество Твое, которое есть внутри нас, Боже милосердный. Благослови, Боже, каждого из нас. Господи, здесь так много людей, крещенных Духом Святым, которые знают Тебя, Боже, которые умеют молиться, Господь, которые знают, как молиться. Боже милосердный, благословляй их, благословляй, чтобы они искали лица Твоего, молились за церковь, за служителей,
за нужды народа Твоего, Господь. Поднимай церковь Твою, Иисус, чтобы каждый мог служить Тебе тем даром, который получил жизнь свою. Господь, благослови, Боже, на дальше это служение. Прибудь Сам среди нас Своим Духом Святым. Благослови проповеди, благослови то слово. Побуждай нас, Господь, к молитве, и да будет прославлено имя Твое, Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Амінь. Після служіння хору ми вислухаємо два псалма. Браття заспівають у славу Божу і також група сестер. Thank you.
Отец і Син, і Дух Святой, Святая Троїця, Взвіз небес в стране земной, народ твой молится. Тебя мы славим в этот час, Святая Троица. Дай силы верными быть до конца. Хоть мало силы среди нас, но церковь строится. Ты силу в церкви прояви, и радостью благослови сердца печальные. Тебе мы молимся, о Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица. Дай силы верными быть до конца. Хоть мало сильны среди нас, но церковь строится. Из года в год, то тут, то там, нам ямы роются. Но в церкви среди ям едина строится. Тебе мы молимся, о Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица. Дай силы верными быть до конца. Сильный среди нас, но церковь строится. Пусть истина через твой народ провозглашается. И с верою твоя любовь назад открывается. Тебе мы молимся, о Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица. Дай силы верными быть до конца. Хоть мало сильны среди нас, но церковь строится. Тебе мы молимся, о Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица. Дай силы верными быть до конца. Хоть мало силы среди нас, но церковь строится. Слава Богу. Обычный жизнью земной
От искреннего сердца хочу сказать благодарность певцы. И знаете, мой дух особенно как-то чувствует присутствие Духа Святого, когда звучит Евангелие, облаченное в прекрасные аккорды. И вспоминаются времена евангелизации. Я думаю, что многим из вас пришлось это пережить, когда под звуки подобных песен, вот, или знакомый нам «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?» кто-то шел к покаянию. Иногда это было на улице просто. Люди, которые никогда не знали Господа, они приходили и, будучи, имея эти жаждущие сердца, они получали потоки живой воды от Господа нашего. Ну, впрочем, с праздником, дорогая церковь. И кто-то сказал, что Пятидесятница – это профессиональный праздник пятидесятников. Вот, возможно, и так, думаю, что сегодня среди нас есть много пятидесятников, да? Вот, но вместе с тем мы знаем, что это праздник христианства. Я бы сказал, это праздник всей земли, поскольку событие, которое совершилось, оно возымело и имеет огромное влияние на жизнь каждого человека, живущего на этой земле. Наверное, невозможно сегодня, чтобы в чем-то не повториться, но я постараюсь с Божьей помощью изложить то, что на моем сердце сегодня, в этот прекрасный день. Возможно, где-то мне надо будет ваша помощь, если сможете оказать, буду очень благодарен. Мы очень много сегодня слышали и, знаете, наверное, пережили тоже общение Духа Святого, а оно всегда сопровождается положительными эмоциями. Знаете, а даже от положительных эмоций иногда мы физически устаем. Знаете, бывает хороший такой день служений, и к вечеру, в воскресенье приходишь, чувствуешь усталость. Но это прекрасная усталость. Сопровождаешься миром, благодатью Божией. И знаете, бывает так, ложишься спать и крепко засыпаешь. Господь благословляет и сон возлюбленных своих. Слава Богу за все. Мы,
испытываем внутренний мир, комфорт в присутствии Духа Святого, удовлетворенность души и желание просто быть с Господом, просто слышать Его тихий, нежный голос в нашем сердце. Знаете, я думаю, что не я один только, и вот здесь мне надо будет ваша помощь, потому что, знаете, как говорится, свидетельство одного не всегда убедительно. Всякий раз, когда я переступаю порог молитвенного дома, ну, знаете, наверное, на данный момент вот этого прежде всего, потому что это самое обычное, знакомое, самое частое место, где встречаешься с Господом, с Духом Святым. Но даже когда пересекаешь порог других церквей, а я люблю иногда посетить другие церкви и здесь, как всегда в своей жизни любил, то уже пересекая порог молитвенного дома, иногда, если рано придешь, никого нету, но у меня всегда улучшается настроение. Оно не всегда у меня и бывает плохим, но, знаете, оно еще улучшается на какую-то ступень. Скажите, у кого-нибудь из вас вообще есть такие чувства или нет? У некоторых есть, слава Богу. Я знаю, вы скромны, но подтверждайте это. Говорите об этом тем, у кого плохое настроение, что есть место, где как только приходишь, и настроение улучшается. Почему? Присутствие Духа Святого. Господь здесь, Он на этом месте. В основании своей проповеди я хочу положить место, которое уже мы сегодня слышали. Это Евангелие Иоанна, 14 глава и 15 глава. С 15 по 17 стих. Христос сказал такие слова: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Аминь. Если Господь поможет нам, то мне сегодня хотелось бы обратить внимание на 5 таких важных моментов. Прежде всего, это утешение. От чего? Зачем надо утешать и какой результат оно приносит? Второе – это Дух Святой пребывает с нами, то есть среди нас. Правда ли это и как можно это почувствовать? Третье, что Дух Святой, Он в нас, как сказал Христос, и в вас будет. В нашем сердце. Для чего? Четвертое, обратить внимание на плод, который произрастает Дух Святой в нашей жизни. И, если хватит время, дары Духа Святого, их распределение, значимость, применение и правил. Как я уже сказал, пересекая порог молитвенного дома, уже чувствуешь присутствие Духа Святого, благотворное влияние. Знаете, однажды я, заходя в молитвенный дом, вот так вот еще никого не было, и сказал: «Господи, вот Дух Святой, он такой хороший ашер, вот встречает тебя сразу». И знаете, я понимаю, что Духу Святому нужны еще и люди. И какое благословение, когда у входа тебя встречают люди, исполненные Духа Святого. Вы знаете, это еще более эффективно. Пусть благословит вас служба ашеров, чтобы вы несли то, что несет Дух Святой, утешение каждому приходящему. Знаете, не секрет, что часто в нашей жизни есть что-то, что лишает нас хорошего настроения, и мы нуждаемся в утешении. Итак, почему утешение? В чем проблема? По мере усвоения учениками Иисуса Христа евангельских истин, их сердца наполнялись определенной печалью. И вы знаете, на это были причины. Прежде всего, наверное, первая причина – это что планка морали и отношений между людьми, она была поднята на божественно высокий уровень. Ну, например, Ветхий Завет говорил как? Зуб за зуб. А что сказал Христос? Если кто тебя ударит в одну щеку, то что? Подставь другую. Братья и сестры, скажите, кто из нас сегодня не думал об этом? Не протився злому человеку, когда пришел у тебя вор и забрал, ну,
рубашка – небольшая ценность. Машину забрал. Кто из нас готов сказать, а может тебе и что там еще есть? Буса отдать, да? Скорее всего, это не вкладывается в наш ум. Скорее всего, 911, правда? Ветхозаветные люди, они знали, что прелюбодеяние, то есть неправильные отношения, неузаконенные – это грех. А Христос пришел и говорит, что вот посмотрел только с вожделением. И это уже то же самое. Вы знаете, помните, когда Христос спросили о мужьях, женах, да? Вот, и когда Христос объяснил, как было вначале и как должно быть, помните, ученики сказали: «Господи, так лучше и не жениться, правда?» И сегодня в наш век 21 это тоже стоит серьезная проблема, вопрос в обществе, как чтобы сохранить семью. «Ненавидь врага твоего и люби ближнего твоего», гласил Ветхий Завет. А Христос сказал что? «Любите врагов ваших, благословляйте гонителей ваших, молитесь за обижающих вас». Это очень высокая планка. Когда-то речь зашла о материальных благах. Помните, богатый юноша, и Христос сжалился и сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». И ученики спросили: «Что? Господи, так а как же? А кто тогда может спастись?» Дорогие мои, я думаю, что и мы сегодня иногда задаем себе вопрос: «Господи, а не достиг ли уровень моего материального блага до такого, что мне уже трудно и в Царствие Божие войти? А как же быть тогда? Хочется, чтобы и здесь все хорошо было, но Царствие Божие все-таки как-то надо войти. Как? Как?» Знаете, это была очень большая, высокая планка. Второе, что волновало и беспокоило учеников, и я думаю, что и нас, — откровение о вечной жизни. В Ветхом Завете едва ли мы что-то найдем определенное о вечности, о жизни с Господом, но пришел Иисус Христос, и Он открыл эту тайну. Открыл о том, что когда на этой земле все заканчивается, то там еще есть вечность. И знаете, это трудно было постичь, да, были люди, которые верили в это, группа религиозная, фарисеи, они в это верили, саддукеи, они не верили, и помните однажды, когда проповедь шла о Христе, слушали, но когда дошло до дела воскресения мертвых, то начали что? Смеяться. «Иди, — говорят, — Павел, мы тебя послушаем в другой раз об этом». Вот, это нереально. И знаете, сегодня, если и говорить о каких-то вопросах жизненных, то вопрос вечной жизни, он самый серьезный. Людям трудно верить, как это так. Проще верить: умер, и на этом все закончилось. Поэтому говорят: будем есть, пить, веселиться, потому что завтра умрем. Для учеников это тоже было трудно постичь. Дальше, спасение через смерть вождя. Через смерть Иисуса Христа. Христос уже сказал им, пока рассказал о Духе Святом, что должно мне умереть, пострадать. Как так? Они ожидали, что вождь, Мессия, Избавитель – это тот, кто на царском престоле, а они вокруг, правая и левая рука, они важные люди. Вот это понятно. А когда вождь умирает, когда его распяли, как? Это трудно постичь. Вместо царствования – гонение, вас будут гнать за слово мое, за истину мою, как? И вы знаете, вот все эти истины, они причиняли печаль ученикам. Дорогие мои братья и сестры, дорогая церковь, я знаю, что всегда наши родители, деды, мы с вами сегодня имеем много причин для того, чтобы печалиться. Господи, даже в этой стране принимаются законы, которые против Твоей воли, законы порочные, грешные. Господи, наши дети идут в школу, а как же там? Я вспоминаю свои времена и, знаете, своего отца: «Сынок, ты идешь в школу. Там тебе скажут, что Бога нет, там тебе скажут, что можно прожить без Бога, сынок, но есть Бог». И знаете, что меня держало?
Я видел отца своего всегда счастливым в Господе. Он становился на колени и молился: Господи, ты знаешь, что в этом мире много проблем, однако я вручаю тебе детей моих, я вручаю твои святые руки, и я верю, что ты проведешь их. И он вставал с молитвы счастливыми и говорил: детки, с нами Господь. Знаете, он не сидел с опущенным лицом: ай-яй-яй, что ж будет, коммунисты отучат от Бога, ай-яй-яй, что ж будет, как наши дети. Я видел эту уверенность и счастье на лице отца моего. И знаете, вот это, оно держало меня через всю жизнь, потому что любые другие проповедники других идеологий, которые как бы не пытались убедить, я видел, что в их жизни, в их лице и глазах нет того счастья, которое я видел в лице и в глазах моего отца, моей мамы, дедушки и бабушки. И я убеждался, нет жизни более счастливой, как жизнь с Господом. Слава нашему Богу! Поэтому, дорогие мои братья и сестры, сегодня, живя на этой земле, у нас с вами есть много причин, чтобы печалиться. Вы знаете, сегодня люди испытывают чувство страха, неуверенности в своем завтрашнем дне. Почему? Потому что войны, катаклизмы, несправедливость в распределении материальных благ, крах семьи, духовная пустота какая-то, мир исполнен греха, беззакония, как жить дальше? Но, дорогая церковь, дорогой христианин, Дух Святой на земле, и если ты дружишь с Ним, если Он с тобою, то наше лицо, оно всегда поднято, и мы всегда счастливы, потому что Он пребудет с нами. Он никогда не оставит нас, Он обязательно проведет. И знаете, если мы с вами будем жить в дружбе с Духом Святым, я верю, что и наши дети, они обязательно будут пленены вот этим счастьем служения Бога. Они обязательно пойдут и подружатся тоже с Духом Святым. Безусловно, сегодня много искушений и проблем, но я верю, что Дух Святой тот, который силен восстановить засохшее, мертвое, поэтому не будем терять веры. И поэтому, как результат работы Духа Святого, это человек хорошего настроения. Братья и сестры, я испытал это на себе. Приходят разные искушения, трудности, проблемы. Общение с Духом Святым несет утешение. Хорошее служение, ты идешь домой с хорошим настроением. Ну, а знаете, хорошее настроение у тебя, хорошее настроение и у людей вокруг тебя. Во всяком случае, если кое плохое, оно будет улучшаться. Пусть Дух Святой всегда будет нашим утешителем, и пусть то утешение, которое Он дает нашим сердцам, то хорошее настроение, оно всегда сопровождает нас по жизни. И его так не хватает сегодня. Почему люди ищут сегодня алкоголь, наркотики? Почему надо антидепрессанты и прочее, прочее? Плохо, тоска сердце грызет, душа страдает, утешения нету, утешителя нету, а мы с вами счастливые люди. Расскажем им о том, что есть утешитель, который однажды пришел на эту землю, и он сегодня здесь и доступен каждому. Второе, будет с вами. Братья и сестры, как мы уже отметили, Дух Святой сегодня на этом месте. И не только здесь, где собраны дети Божьи, Он над всей землей парит, контролирует все. Но скажите, как ощутить, что Он здесь? Как это бывает? Я хочу провести простой жизненный пример. Знаете, моя жена, она только начинает самостоятельно водить машину, вот, но, знаете, как правило, женщины любят в магазины иногда в субботу покупки, а мы мужчины, ну, я не знаю, в всяком случае, для меня это немножко трудно, но жене не откажешь, значит, ну, я беру книжку какую-нибудь и где-то в мол, на скамеечку, почитать что-то, и, знаете, интересные моменты бывают, вдруг тебе кто-то подсядет, вот, ну, переглянулись, посмотрели, потому что не я один такой. Есть и другие, которые тоже там, только потому что, ну, надо побыть там где-то, вот, с кем-то компанию провести. И знаете, насколько разные люди. Я человек общительный. Я люблю поговорить. Иногда посмотришь, знаете, в английском языке это красиво звучит. How are you doing? Да? В русском языке просто здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. На этом все окончилось. А здесь-то вопрос звучит. Здесь-то отвечать надо, да? Как дела? И вы знаете, иногда люди отвечают тем же самым вопросом. How are you doing? И на этом все. Что вы здесь делаете? Are you curious?
тебе что, дело до этого? А есть люди, которые просто вот ждут с тобой поговорить. Некоторые даже опережают меня, вы знаете. Вот. Есть такие люди общительные. О, ты тут, почему что? И завязывается разговор, общение. Братья и сестры, когда мы приходим в церковь, вы знаете, я больше чем уверен, что Дух Святой каждому, Он проявляет первую инициативу и что-то говорит в сердце. Неважно, какое твое духовное состояние, но Дух Святой каким-то образом обязательно подсядет к тебе, образно говоря, и спросит, как дела у тебя? Что мы ответим? Я не хочу тебе ничего сказать. Дух Святой настаивает, а все-таки помнишь вчерашний день твой? Не хочу помнить, лучше забыть. Эти мысли приходят к нам, если что-то плохо было. Даже если мы в хорошем состоянии, счастливы, и Дух Святой обращается к нам, знаете, разговор проще завязывается с людьми знакомыми, с людьми любимыми. И если ты вдруг где-то в одиночестве находишься, и видишь, идет кто-то знакомый тебе, друг твой, знаете, какая встреча получается? О, привет, да, я рад, что тебя встретил, и беседа, и поговорить есть о чем. Но, братья мои и сестры, я сегодня хочу сказать каждому из нас, когда Дух Святой задает вопрос. Иногда мы приходим сюда, и вдруг Дух Святой говорит, что у меня в жизни что-то не так было. Когда он спрашивает, как дела, скажи ему, скажи, Дух Святой, в моем сердце настроение плохо сегодня. Дух Святой, ты видишь, болею, здоровья не хватает. Дух Святой, я печалюсь о детях моих, прочие проблемы, начинайте рассказывать, братьям и сестры, я испытал в своей жизни, когда начинается вот это общение с Духом Святым, вы знаете, Он выслушивает очень внимательно, Он никогда не делает упреки и не осуждает. И знаете, интересный следующий момент, то есть относительно того, когда Дух Святой с нами, разговаривайте с Ним, это называется молитва. Быть может, не обязательно тогда, когда все склонились на колени, и надо правильную молитву возносить к Богу. В сердце своем, в душе говорите Господу здесь и всегда на каждом месте. В машине едете, на работе, говорите все, что есть. Дух Святой всегда спрашивает. И вы почувствуете вот это общение. Благодать Господа нашего. Каждое собрание мы говорим, да, и любовь Бога Отца, и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Начинается общение. Не бойтесь открывать Духу Святому самое тайное, самое сокровенное, свою боль, свои вопросы жизненные рассказывайте, и каким-то образом Он начнет вам отвечать. Он станет как-то помогать. Ну, что же дальше? Что же следующее в вас будет? Интересный момент. Когда мы открываем Господу свое сердце перед Духом Святым, открываем тайны, несем свои проблемы, знаете, Дух Святой не говорит, ага, например, если мы скажем, Дух Святой вчера, ну, украл что-нибудь там, а в Америке легко украсть, правда? Вот, в любой магазин приди, вон цветы в Home Depot везде, пожалуйста, бери, никто не смотрит, может и смотрят какие-то камеры, вот. Если случается, как пример такое, ладно. Вот. Дух Святой не скажет, слушай, почитай законодательство, и ты поймешь, насколько это опасно, когда попадешься. Дух Святой скажет, слушай, я тебе предложу другое, а дай-ка я войду в твое сердце. Ведь бывают проблемы, знаете, связанные с чем-то другим, когда человек не может их преодолеть. Я помню одну семью, оба с высшим образованием. Когда они покаялись, пришли к Господу, и вот женщина молодая говорит, знаешь, интересно, говорит, я имею высшее образование, я читала книжки, как вести себя сдержанно в семье, как вести себя правильно, настроюсь, все. Приходит муж с работы выпивший, все забыто, и понесло меня. А говорит, вот как пришла к Богу, говорит, как-то я и книжек не читаю больше, как себя вести, а вот этот какой-то мир, и ведешь себя подобающе, как христианин. Говоришь, как это может быть-то? Братья мои и сестры, так вот Дух Святый говорит, а можно я зайду в твое сердце? И знаете, моя работа связана с обслуживанием квартир здесь.
И, ну, customer service в Америке очень высокий, вот, значит, правила такие, что когда постучался в дверь, иногда люди отсутствуют дома, но если кто-то присутствует, они открывают дверь, вот, то прежде всего я должен сделать шаг назад, чтобы не напугать, что, знаете, тут уже, вот, и спросить разрешение, могу ли я войти в ваш дом, потому что я пришел по заявке, чтобы что-то поправить. И, знаете, очень интересная реакция разных людей. Конечно, многие люди, знаете, не следят за своими домами, и они чувствуют себя, они бы хотели, чтобы я пришел, когда никого дома нету, вот. И когда приходишь, они начинают извиняться, когда мест там и там, ой, извините, извините. Я говорю, знаете что, я же не пришел сюда выслушать ваши извинения, я пришел, чтобы, ну, помочь вам, исправить вашу проблему. Некоторые люди понимают, что, ну, сами виноваты, бывает такое. Есть разные люди. Приходишь, и они считают, что ты во всем виноват, что плохо идет в доме. Вы знаете, но на самом деле тоже customer service помогает. Извините, но я постараюсь исправить, и в это время я пытаюсь заметить еще что-то, что неладно в их квартире. О, у вас лампочка перегорела там, смотрите, а там ручки нету. Можно я вам поправлю это дело тоже? И знаете, вот это очень работает. Оно как-то отпускает сердца людей, и ты просто другом их становишься. Братья и сестры, но я хочу сказать, что эти правила, они все-таки взяты от небесных правил. И я знаю, что Дух Святой, Он оказывает еще лучший customer service, когда ты впускаешь Его сердце. Ты говоришь, Господи, я и там, Он говорит, я знаю, ты еще и там у тебя был. И ты тогда вспоминаешь, о Боже, точно, но Он говорит, но я же пришел в твое сердце, чтобы поправить это. Я же пришел, чтобы не ты жил, чтобы я в твоем сердце жил. И вы знаете, вот этот момент, он-то, наверное, и является, я веру, я так пережил, крещением Духом Святым. Я вспоминаю, будучи мальчиком 10 лет, может, как-то есть другие понятия, но это тот возраст, когда я пережил крещение Духом Святым. Это был Новый год, молодежь собралась на молитву, поздно вечер, все молятся, а я под елочкой на табуреточку лег и уснул сладким сном. Ну, знаете, как молитвы были шумные, потом проснулся, и у меня, Господи, все молятся, а я такой грешник, сплю тут под елкой на табуретке. Господи, я еще вчера маму не слушался, Господи, как же мне дальше жить, а я же взрослею, больше проблем, прости меня, Господи, я тоже нуждаюсь в Тебе, и вы знаете, Господь крестил Духом Святым. Удивительно! Благословенные переживания, огромная радость. И знаете, когда ты окунаешься в Дух Святой, когда Он поселяется в твое сердце, конечно, это особые эмоциональные переживания. Здесь надо сказать, люди ведут себя в меру своего характера или темперамента. Некоторые очень бурно, некоторые это в сердце переживают, но главное, Дух Святой вошел в твое сердце. И вы знаете, начинается прекрасная работа. Что же происходит дальше? Дальше Дух Святой, Он произвращает в нас плод. Наверное, каждый человек, читающий Библию, он помнит стих Галатам 5:22, да? Помните это место? Конечно. Плоды Духа. Давайте-ка мы и прочитаем, о чем говорит нам Писание. Галатам 5:22. Пожалуйста, высите, чтобы мы вместе все могли прочитать. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Дорогая церковь, дорогие мои братья и сестры, разве кто-то из нас, людей, вообще сам по себе в мире способен на это? Умные люди, они стараются придерживаться какого-то этикета, быть любезными. Знаете, особенно в Америке стараются радость показывать на своем лице, но иногда смотришь и видишь, что это только здесь. Только человек прошел тебя, он грустный, он скучный и печальный. Но когда Дух Святой там, знаете, эта радость, она в твоем сердце. Мир в твоем сердце. Любовь к окружающим людям в твоем сердце, ты живешь с этим, это благословенное состояние, и как только где-то мы осуетились, как только где-то забыли, что в нашем доме живет такой прекрасный хозяин, жилец, как Дух Святой, знаете, иногда Дух Святой пытается так, это, ага, ну попробуй без меня, и вдруг
мы замечаем, что-то исчезает. Господи, да Ты же со мной. Я хочу, чтобы Ты жил в моей жизни. Я хочу, чтобы Твой плод произрастал в моей жизни. И знаете, вот этот духовный плод, он особенно украшает человека. Очень важно смотреть за своей внешностью. И, быть может, это слово больше всего к молодежи, к молодым людям, вот, чтобы быть красивыми, ухоженными. Это замечательно, это тоже дар Божий. Но есть нечто, что является особым украшением. Вы знаете, это вот это внутреннее духовное состояние. Общение с Духом Святым – это светящиеся в радости глаза, это счастье, это любезность, это долготерпение, это кротость, это вежливость и многое другое. Я вспоминаю один случай, один неверующий человек плохого поведения. Вот подошел ко мне и говорит: знаешь, я наблюдаю за девушками, которые вот ходят к вам в церковь, они прекрасные, они не так, как наши, говорит, они по-другому выглядят, знаешь, говорит, влюбляюсь в них. Говорит, хотел подойти к одной, чтобы, говорит, ну, познакомиться как-то, может, не могу, говорит, что-то не пускает, вот как святое что-то, подойти не могу. Я говорю, знаю, что это собственность Божия, а ты чья собственность? Тебе надо поменять собственника, тебе надо к Господу прийти. Тогда ты можешь рассчитывать на нечто доброе и прекрасное, совершенное в твоей жизни. Поэтому, дорогая молодежь, пусть Господь поможет вам иметь эту внутреннюю красоту. И вы знаете, вас будут любить те, кто ценит вот это внутреннее, и это будет благословением на всю вашу жизнь. И когда в сердце наведен порядок, когда человек приносит плод Духа, и он понимает: Господи, это не я такой умный, это Ты, Господь, слава Тебе, он больше и больше благодарит Бога. Тогда Дух Святой говорит: слушай, не все, сейчас у меня есть дело к Тебе. Вот. И приходит следующий момент. Он говорит: я хочу Тебя использовать, дары Духа Святого. Дорогие мои братья и сестры, возможно, это отдельная тема о дарах Духа Святого. Однако апостол Павел, он учит нас, Коринфянам 12 глава, он говорит о том, что, знаете, дух один, а дары различны. И он распределяет, как хочет. Давайте мы быстренько глянем 1 Коринфянам 12 глава, 4 и 11 стих. Дары различны, но дух один и тот же. И служение различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, провозводящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все это производит один и тот же дух, разделяя каждого особо, как ему угодно. Хочется обратить внимание на то, что Слово Божие и Господь показывает нам порядок. То есть, прежде всего, знаете, плод Духа Святого идет впереди. Кажется, в следующей главе апостол Павел говорит, что если я имею все дары, и пророчества, и горы переставлять могу, все имею, но если нету что? Любви в сердце, если нету плода Духа Святого, это что? Это просто барабан, да? Это кимбал звучащий, медь, ну, говоришь, говори, ладно. Знаете, за свою жизнь я много видел разного, и как печально, знаете, когда иногда человек думает, что имеет дар Божий, вот пророчествует, а потом пастор подходит и говорит: слушай, брат, надо остаться, порассуждать нам. А вы угашаете Духа Святого и прочее, а, понятно, что-то здесь не так, потому что впереди идет плод Духа Святого, а затем идут Божьи дары. И здесь я верю, что они как-то перечислены апостолом Павлом от самого важного и главного до меньшего дара, потому что дальше он там учит, говорит: ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Дорогие мои братья и сестры, вот предположим, сегодня к вам звучит вопрос. Скажи, какой хочешь дар Духа Святого получить? Какой бы вы выбрали? Вот из всех перечисленных, какой? Вот что-то внутри меня подсказывает, что, наверное, основная масса сегодня сказали бы: Господи, дар исцеления дай, правда? Много болезней, много бед, несчастья. Вот как надо это такое особенное, да?
Братья и сестры, чтобы не распространяться слишком много, я буду очень откровенен и искренен. Я благодарю Бога, что в своей жизни я на себе пережил действие даров Духа Святого разных, вот перечисленных всех, наверное, от первого до последнего. Я благодарю Бога, что и через меня Дух Святой, наверное, вот ну, какие-то дары тоже использовал. Об этом были свидетельства, но я скажу искренне от всего сердца. Самое большее благословение в моей жизни по сегодняшний день я получал и получаю через дар Духа Святого – это слово мудрости. Это величайший дар. Он помогает в любой ситуации. Он помогает в труднейших жизненных условиях. Он помогает очень сильно. Важны и остальные дары Духа Святого, безусловно, но этот дар особо важный. Помните, когда-то Бог спрашивал Соломона, проси, что хочешь. Что он просил? Он говорил, Господи, дай мне мудрости, чтобы судить этот народ, и Богу было угодно это. Это очень важный дар, и я благодарю Господа, что сегодня Господь действует в этом даре и в этой церкви, и в других церквах. И знаете, иногда мы не замечаем большое. Ну, говорят, большое видится на расстоянии, правда? Вот нету что-то меньшенького, маленького, вот тут уже проблемы, Дух Святой не действует, а Дух Святой большими дарами действует, Он сегодня мудро ведет церковь в сложных обстоятельствах, Он направляет сегодня, Он ведет к вечной цели, слава Богу за это! Пусть Господь благословит нас и поможет нам, чтобы нам, пригласив Иисуса Христа в свое сердце, Духа Святого, имея в наших сердцах, быть готовыми для того, чтобы принять дары Святого Духа к созиданию Церкви. Дары даются только к созиданию, никогда не к распрям, каким-то разрушению, они даются только к созиданию. И апостол Павел в следующих главах почему-то обращает внимание на меньшие дары и подсказывает, как ими пользоваться, но я не буду уже на это тратить время. Пусть Господь благословит вас желать даров Духа Святого. Почитайте дом еще раз, вот, пусть Господь откроет, пусть Господь поможет и благословит. Вот, вкратце только скажу, что Библия открывает нам три различные обстоятельства поклонения. Это личное, и один из примеров Иисус Христос в Гефсиманском саду, когда Он взял с собой учеников троих, потом Он говорит, вы побудьте здесь, а я пойду туда. И там он рыдал, плакал, каким-то образом ученики подсмотрели все равно, но там он дал волю всем эмоциям. Дорогой мой друг, я откровенно говорю, что так как я молился, и молюсь иногда один на один, вы знаете, я никогда в обществе так не молился, меня такого никто никогда не видел, потому что там меня Бог полностью понимает. Второе обстоятельство – это когда собрана церковь, знающие люди. То есть, когда мы понимаем, знаем, как Дух Святой действует, мы можем дать свободу своим эмоциям, дарам Духа Святого, зная евангельский порядок. И есть третье обстоятельство, когда наши служения доступны незнающим. Когда на нас смотрит кто-то, кто не знает о Духе Святом, о дарах Духа Святого. И знаете, как никогда сегодня мы с вами доступны незнающим. А знаете как? Может, немногие люди приходят сюда на собрание. Однако человек, наверное, в любой точке мира может посмотреть, как мы поклоняемся Господу. И здесь нужна большая мудрость и внимание к советам Священного Писания, чтобы никто не сказал, что что-то с ними там ненормально. Пусть Господь благословит, пусть дар Духа Святого будет нашим достоянием. Пусть Господь действует в церкви, благословляет и ведет народ свой. А я верю, что Он обязательно доведет. И знаете, когда Дух Святой отнимется от этой земли, Он не отнимется так вот, раз и ушел из нашего сердца, Он заберет и нас с собой. Мы вместе с Ним и так всегда с Господом будем. Пусть Господь благословит. Будем утешать друг друга этими словами и принимать утешение от Духа Святого, который всегда нам приносит. Аминь и слава Господу. Ставши на ноги, всі разом прославимо Бога. Дух Святой зове смиренно. І після служіння хору ще буде група сестер співати, і після них група братів також. Дух Святой зове смиренно.
Ученики Христа молились единодушною мольбой. На них дары Творца излились благословенною рекой. Как будто ветер голосистый на них спустился Божий Дух. Огонь любви, огонь речистый через их уста прольются вслух. И как великие пророки они держали к людям речь и обличали их пороки, чтоб покаянию их привлечь. И как великие пророки они держали великим духодуновением были они оживлены. Они вещали с дерзновением, и их слова были сильны. С тех пор Дух Божий для вселенной открыл источник вечный сил. Он возрождает дух смиренный, чтоб он для Бога вечно жил. Он души верных освящает и водит жизненным путем. За них он битву совершает и торжествует над врагом. Он души верных освящает и водит жизненным. За них он битву совершает и торжествует над врагом. Для всех дух Божий для пользы всех, тот океан. Им жили Петр, Иоанн и Яков, и для тебя, мой друг, он дан. Он души верных освящает и водит жизненным путем. За них он битву совершает и торжествует над врагом. Для всех Дух Божий одинаков, для пользы всех тот океан. Им жили Петр, Иоанн и Яков, и для тебя, мой друг, он дан. И для тебя, мой друг, он дан. Брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Сьогодні ми маємо велике свято, і багато ми чули і Слова Божого, багато співалося.
І ми ще будемо чути багато впродовж цього свята. І автор цього псалма, він оспівує такий момент. Каже, в ту ніч, коли я молився, кожен з нас, кожен брат, кожна сестра, хто отримав Духа Святого в своє серце, ніколи не забуде того моменту, коли Дух Святий наповнив душу і внутрішність людини. Брати і сестри, і це є незабуваємі моменти, коли переміна проходить в серці, в душі, радість від Духа Божого, і воно супроводжує вірних дітей Божих. І ми бажаємо оспівати про цю любов Божу, яка виливається Духом Святим в наші серця. Як я молився, то мені Господь послав щедро серце моє слово і Духа Святого зіяв. І від тої вже хвилини відійшли мої сумніви, і тому я є щасливий, радісний назавжди. О, любов, любов, любов з'явилась для людей, спасти мене прийшов Ісус Спаситель мій. У любві себе віддав, за нас Він постраждав, і через ту любов хрестив духом мене. Любов, любов, любов з'явилась для людей, спасти мене прийшов Ісус Спаситель мій. У любві себе віддав, за нас Він постраждав, і через ту любов тоді хрестив духом мене. Гарно то було, як пів 120-х, щоб знов Господь послав Духа свого багатьом, щоб місце молитви почалося витрястись, і мовами новими стали Бога всі хвали. Любов, любов, любов з'явилась для людей, спасти мене прийшов Ісус Спаситель мій. У любві себе віддав, за нас Він постраждав, і через ту любов тоді хрестив духом мене. О, любов, любов, любов з'явилась для людей, спасти мене прийшов Ісус Спаситель мій. У любві себе віддав, за нас Він постраждав, і через ту любов тоді хрестив духом мене. Сестра Ніна бажає розказати вірш в День П'ятдесятниці. Будь ласка, сестра Ніна. Ви знаєте, сьогодні ми пережили особливе Боже благословення вранці. Я розумію, що Дух Святий працює по-різному. І сьогодні вечором Дух Святий, Він тихо вітра, працює сьогодні в нашому собранні. Ми читаємо День П'ятдесятниці, коли Петро говорив проповідь, то після його проповіді покаялися около 3000 людей. І далі слово Бога. І вони постійно прибували в ученні апостолів, в общині, продавлення хліба і в молитвах. Це 4 стовпа, на яких стоїть Христова Церква. Учення. І сьогодні ми як особливо слухаємо учення. Прекрасні проповіді, можливо, більше часу беруть, але це є учення Христове. Це правильна наука, яку ми маємо триматися. Якщо немає учення, тоді приходить заблуждення. Общення, коли ми собираємося разом, продавлення хліба і молитва. Хай Бог благословить нас і в останній нашій молитві, щоб нам переживати благодать Божу. Будь ласка, сестра Ніна. Перше
Напередодні свого Вознесіння Христос до учнів вів промову: «Чекайте в Єрусалимі і для вашого спасіння Отець із неба Духа дасть додолу. І Дух Святий зійде, щоби на вас почить, зміцнити вас у боротьбі зі злом, і як триматись правди Божої навчить, і стійкості не впасти перед ідолом. Так 10 днів чекали учні, і Дух Святий на них зійшов, і там в молитві своїй гучній з них кожний радість для душі знайшов. Ісус ученикам іще промовив, що силу з духом вони приймуть. І тут пішли з вуст їх різні мови, про Божі діла промови линуть. І сила Божа вже з'явилась, знамення у небесному вогні, і радість для учеників відкрилась, не будуть жити у пітьмі. У Божій благодаті там зміцнились, і страху перед владою не мали, бо з Богом в дусі святім злились, і про нього сміло свідкували. З далеких тих часів і понині Святого Духа сила й інша мова проводять нас в земній долині. Молитва в дусі з Богом є розмова. І хто до Бога навернеться, тим Духа дать він обіцяв, і в мовах інших Дух Святий зілється, щоби про Бога кожний свідкував. Ще Божа милість над планетою Земля дає Бог час і довго терпить. Святого Духа хоче тим зілять, хто зла й неправди не потерпить. І ми надію маємо з Богом жити вічно з Богом, бо Духа свого нам Він дав. І не зупинить нас перед своїм порогом, бо кров'ю безцінною нас для себе придбав. Амінь. Брат Віталік, може ви ще маєте, щось маєте? Викладайте все. Брати і сестри, хочу разом з вами сказати слава Богу. Ви знаєте, я так тільки що подумав, ми свята ждемо чи то Різдва, чи то Пасхи, чи то Острійця, цілий рік ждемо. І коли прийде то, прийдуть тої дні, вони так швидко пролетіли, як то і їх не можна замітити. Якось так для мене, я не знаю, як для вас. І от сьогодні ми теж вже йдемо до закінчення нашого богослуження. Наш час біг. Але я думаю, якщо ми були уважні в ранковому зібранні і вечірньому зібранні, до нас багато говорив Дух Святий через своє святе непомильне слово. В ранковому зібранні Господь Дух Святий використав сестру, через яку теж було слово до нас, слово корисне. Але як ми тільки приймаємо, запам'ятовуємо, і як ми ці слова Божі практикуємо в нашому житті, то вже залежить від кожного із нас. Я прочитаю деякі місця священного писання, це буде коротко, і ми будемо молитися. В пророка Єзекілії написано про це велике діяння Духа Святого. Його чекали пророки, його чекали мужі Божі. І Єзекіль в 26 розділі з 25 віршу ось такими словами пише: «І покроплю вас чистою водою, і станете чисті зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших ідолів очищу вас і дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро і викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце
плоті. Але інший переклад говорить, мені більш подобається. І дав вам серце любові, і духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Через пророка Божого Єзекілія Господь таки говорив слова, дорогоцінні слова для нас, людей. Слова про повну переміну людини. Людини в тілі. Про повну переміну її внутрішнього стану. Переміна людини в відношенню до Бога. Переміна в відношенні один до одного. Це благословений стан. Безперечно, це може робити тільки Господь. Тільки Господь. І в Новому заповіті ми читаємо слова Ісуса Христа. В 16 розділ Євангелії від святого Івана, вони вже сьогодні були прочитані. Ну, на те і свято, щоб в ці святкові дні пригадувати частіше ось ті слова, які свого часу були в певні дні вчинені чи сказані. 16 розділ 7 віршу. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам, краще для вас, що пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. І як прийде, він світу виявить про гріх, і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже. А про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести, прийняти. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди. Бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого та й вам сповістить. Усе, що має Отець, то моє. Через те я й сказав, що він візьме з мого і вам сповістить. Слова Ісуса Христа записаний ось в цьому місці священного писання, вони мають дуже велике значення. І на основі цих слів священного писання і багато побудовано догматики біблійної, пояснень і так далі. Святий Дух, який посланий Отцем на цю землю грішною до нас, людей, він має певну працю виконати. Так як Ісус Христос прийняв тіло людини, був призначений ще перший закладень світу прийти на цю землю, прийняв тіло людини і він виконав певну працю, яка була доручена для нього Богом Отцем. І в своїй молитві, в 17 розділі від Івана, Син Божий каже, що я вчинив те, чи виконав те, Отче, для чого ти мене послав. І Дух Святий, він теж посланий для певної праці на цю землю. Період Духа Святого, як сьогодні
Уже брати підкреслювали, почався від дня П'ятидесятниці, і він ще не закінчився. Це вже друга тисяча років збігає, а праця Духа Святого ще не завершена. Він посланий для нас, людей, щоб привести нас до того, хто нас може спасти. Я хочу акцентувати увагу, що Дух Святий нас не спасає. Це може, ну, трошки ріже нас слух, але ми маємо Слово Боже. Він нас спасає, але послухайте, одне ім'я є Ісус Христос. Один єдиний є, який помер, розп'ятий був за гріхи людей і взяв на себе гріхи всього світу. Син Божий і Ісус Христос. Він заступився за вас, Він заступився за мене. Він взяв ваші гріхи, Син Божий Ісус Христос, Він взяв мої гріхи на себе. І перед Отцем Небесним, перед святостю Божою, апостол Павел пише в другому листі до Коринтян, 5 розділі, останній вірш, український переклад і англійський дає. Він став гріхом за нас. В очах Божих Син Божий Ісус Христос був винний за гріхи всього світу. Був винний за гріхи наші, за гріхи мої. І Ісус Христос, не Дух Святий, Ісус Христос. І Він за нас помер, проляв святу пречистую кров, так як ми привикли, християни, говорити. І свята Його пречистая кров спроможня нас очистити від всякого гріха і вчинити нас святими і праведними. Кров Сина Божого. І ми спасаємося тільки через жертву Ісуса Христа. Велика праця Духа Святого, спасаюча праця, ось в чому. Дух Святий людям скаже про гріх. Дух Святий для людини виявляє його гріховний стан, її гріховний стан. Людина грішна. Я грішний. Я грішник. Так як багато свідкують, ми знаємо багато свідчень тих, які прийшли до Господа, і вони піднялися з самого низу, з самого дна. Знаєте, ми, діти віруючих, хто діти віруючих батьків, вони недоцінюють і не осмислюють всієї праці Божої над їхнім серцем. Не завжди, не всі. А той, хто піднявся з самого дна, він розуміє, звідки він був піднятий, і як він піднімався, і хто його ввів до світла, до правди, хто його взяв із царства темрави і поставив царство світла, в царство Сина Божого. Це була праця Духа Святого. Велика праця Духа Святого. Він виявляв гріх людини. Він показував на те положення, в якому знаходився я, грішник, і ви по відношенню нашого Бога. І Він показав мені крест Голгофи, розп'ятого, і Ісуса Христа, Сина Божого, і Дух Святий мені сказав, Він за тебе заступився, Син Божий, Він є твій Спаситель, іди до Нього. Бо на долонях Його ім'я твоє вирізблене. Брати і сестри, добре. Я розумію, ми сьогодні багато чули. Я просто зробив вступ. Брати будуть продовжувати. Ще ми маємо 2 дні продовжувати Слово Боже і звіщати благодать
яку ми маємо в Господі Ісусі Христі, і благодать Духа Святого, що працює над нами кожний день. Кожний день, якщо ми є чуйні і прислухаємося до Його голосу. А нехай Господь нас зробить такими. Я читаю, дві записки є, і ми будемо звершувати молитву. Брати та сестри, помоліться, будь ласка, за нашого швагра. Він попав у госпіталь, щоб Бог оздоровив його. Проблема з серцем. Рідні просять. Помоліться, будь ласка, за сина, щоб Бог оградив його від напасті ворога. Батьки просять. Да, буває таке. Але буває таке, знаєте, з нашими дітьми, що вони самі шукають цих напастів. І так, як було сказано, брат говорив про мудрість, і хай би Господь дав мудрість для нас і для наших дітей. Берегти себе від того, хто ходить в цьому світі, як рикаючий лев. Може, ще хто має слово, ви можете сказати, і ми будемо молитись. Ми склонимося для молитв. Святий Боже, Святий Вічний, я тебе хвалю і славлю за ту велику милість твою, доброту і любов твою до мене. Бо ти є мій Спаситель, бо ти є мій Господь, бо ти є мій пастир добре. О, хвала тобі! Хвала тобі, добрий Боже, хвала тобі! Подяка тобі за ту велику працю, яка звершується. Звершується на протязі 2000 років для спасіння нас, людей, грішників. Славлю тебе, Боже мій, славлю тебе. Величаю тебе, святого, і прославляю тебе, мого Господа і мого Спасителя. Бо ти є мій Бог, ти є мій пастир, ти є мій Отець Небесний. О, хвала тобі всесильний, хвала тобі всемогутній, хвала тобі люблящий. Боже благий, Боже добрий, ти достоїн слави, Господи. Святий вічний, святий всемогутній, святий благий, ти достоїн слави. І ми тебе дякуємо, славимо, величаємо і поклоняємося тобі. І в цей вечірній день, недільний час, слава тобі, Господи, за добрий час, який ми маємо від тебе. Господи, ми сьогодні вспоминаємо про велику подію, яка сталася свого часу для нас, християн, віруючих. Дух Святий злинув на апостолів. Дух Святий прийшов на цю землю грішною, до нас, людей, звершувати працю. Ту велику працю, яка так потрібна для нас, яка так потрібна ще для багатьох людей. Вічний добрий Боже, і ми тебе дякуємо і славимо, що ти ще не забираєш Дух Святий, що він працює над серцем грішної людини, кличе до спасіння, до правди, до істини, веде до Христа, до Спасителя, до того, котрий заступився за грішних людей, до того, котрий заплатив велику ціну за наше спасіння. О, слава тобі, Христос Спасителю! Я тебе дякую і славлю, що ти і за мене заплатив ціну життя, ціну пролитої крові. Слава тобі, хвала тобі, Дух Святий, за ту працю, яку ти звершив теж і над моїм серцем,
щоб дати пізнати мені істину, Слово Твоє святе. І через Твоє Слово Ти дав пізнати, Господи, дорогу правди, дорогу спасіння і дорогу життя. Слава Тобі за Твоє святе Слово непомильне, яке Ти дарував, і воно освітлює дорогу нашу, по якій ми йдемо, нашу стежку, відкриває для нас істину. О, хвала Тобі, вічний Боже, хвала Тобі, Боже святий, Боже добрий, і нехай Твоя милість ще продовжиться над цим світом, який в гріхах і злі, щоб ще люди спасалися. Слава Тобі, що Ти ще даєш час спасіння і продовжуєш час спасіння. Це Твоє довготерпіння, це Твоя любов, це Твоя милість, це Твоя доброта. Боже, подяка Тобі за Твою велику доброту, яку Ти проявляєш до нас в цій країні і в цій місцевості, в цьому краї, в якому ми живемо. То є Твоя милість, то є Твоя любов. Слава Тобі, Господі, слава Тобі. Ми не кращі інших. І наша місцевість не краща, не святіша, як інші є місцевості, в яких є стихійні лиха і біди. Боже святий, але це Твоя є милість, це є Твоя доброта. І дай нам, Господь, в цих днях милості, доброти Твої бути людьми мудрими. Будьте людьми мудрими. Наш любий, добрий Господи, є переживання. Вони завжди є в переживання, бо така дорога на землі. Господи, серед трудностей, серед переживань, серед скорбів, серед хвороби, серед неудач різних, Господи, переживаннях за дітей наших, за рідних, за близьких, Бог святий, нехай буде явлена милість. Господи, хто-то знаходиться в лікарні, нехай буде явлена милість над цією душою. Любий, добрий Господи, син, який знаходиться під впливом нападків, Ісус, Боже, нехай Твій захист буде на наших синах і на наших дочках, бо вони кожний день знаходяться під впливом різних спокус і різної гріховності. Дай їм силу перемоги всякої спокуси і всякого гріха. Господи, і нехай життя наше і наших дітей, нашої молоді буде в славу Твого святого великого імені. Благословен Ти, Бог, ми поклоняємося Тобі. Вся честь і слава для Тебе, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, єднання Святого Духа, хай буде з усіма нами. Амінь. Божого благословіння. Завтра зібрання о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора. Олексія, не сказали?